Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. С утра в воды, фу, бассейн. Воды, да. Ну, реально, когда идешь туда, уже спать не хочется. Ты просыпаешься постепенно. Потом выпиваешь айранчику и идешь уже на море бодрячком. Классно, мне будет этого не хватать. У пляжа. Жене. Классно жить в море. Раньше с утра очень хорошо. А те, кто перепил накануне, вообще must have. Дубль 2. У меня, кстати, выпал из руки, выскользнул, я шел, и у меня... Так. Как раз там уборщик моет пол. Шланг это. Хала! Айран пошел в пол. Разлук. Yeah.
наши играют в волейбол. Решили съездить в СД. Мои пошли пешком. Я остался на шоу, заснял для своего влога и решил пойти на автобус. Но, блин, они как-то ездят ужасно. Останавливаются одну секунду и уезжают вообще. Я не успел даже подбежать вот отсюда до автобуса. Он открыл двери, с открытыми дверями уже поехал. Пипец. От нашего отеля стоит 3 турецкие лиры. Это 70 центов доллара. Но они берут 1 доллар и дальше не дают. Чтобы пройти в центр, надо идти через такие вот камни разрушенной крепости. Луна, если видно, конечно. Да, ночи развалины, и луна, конечно, круто. Сейчас я убью свой New Balance в этой пыли многовековой, тысячелетней. Настоящий New Balance. Не то, что здесь все подделка. Ой, фак, я чуть не подвернул руку. Да, мишки когда были, вот входные двери. Да, вот это все, это были входные пороги. А может быть это склепы были, фиг его знает. Для дома, конечно, маловато места. А тебе хер его знает, может, им достаточно было. Такие вот были тут домики, тут побольше домик, вот входная дверь, забиралась изнутри. Да, все забирались изнутри. А здесь это была улица продолжая, тут и стены не было, и все остальное под землей. Сколько здесь? Почти 2 метра земли.
ступеньки. Тоже куда-то туда пошла, на улицу следующую. Сколько колонн? Все двери изнутри запирали, чтобы. Пошли уже более сохранившиеся здания. Уже метра три вот это. Вот это все еще смотри, погребено под, под породой какой-то. Вот камни там, песок, земля. То же самое. Улица наверх. Тоже завалено. Все завалено. Колонны. Так, колонна дошла. Вдоль всей улицы. Завалено, завалено. Арки. Однотипные всегда. Колонна такая большая. Кресты какие-то. Входной портал. Улица. То надо сюда прийти в воскресенье днем. Обязательно. Так, слева сейчас будет агора, где продавали рабов. Вот оно. Там амфитеатр. Здесь государственный археологический музей, вот здесь вход. Вот. Да, я пойду в воскресенье. Все работает, кстати. Торговая улица начинается, современная, с сохранением фундаментов древних зданий. Офигительно. С мозаикой. Причем, по-моему, я потом еще раз попробую, у меня на следующий утро так болит голова. Курим кальян. Сколько сейчас времени? 2:15. 2:15. Закупились оригинальными вещами. Что мы купили из оригинального? Луи Витон, потом, что это, Гуччи? Гуччи. И Эрмес. И Эрмес. Три Эрмеса. Решили отметить это на берегу моря. 2:15. Уже, кстати, рассвет выбрали. Потому что высоко. Нет, а луна, помнишь, в Египте такая. Блин. В Египте вообще что-то было.
Антон, а вот это что там вот рядом с луной? Это звезда такая? Да, звезда такая. Но она какая-то желтая.